Всем привет, с вами Green Knight, и мы продолжаем Days Gone. Я не знаю, когда закончится уже. Типа, ну алло, харе. Сильно, сильно растянули. О, бутылочка. Бутылочка. Ага, вот еще чего-то, всего-то есть. О, специально все было. Надо было просто просмотреть это дело. Угу. Ну, пригодится для других хорд. Почему бы нет? Это полный. Тут нету полистел. Ну, короче, вы поняли. Заговариваюсь уже. Это какая, наверное, четвертая серия здесь сегодня? Ну, уже просто охота, ну, финалочку охота. Самому. А они все никак не дают мне эту финалочку. Просто, ну, чем все закончится-то? Я понял, здесь вот что-то есть, значит. В этой хате есть ресурс. Угу. Такой себе. Но все же ресурс. Пойдет, ладно. Здесь. Здесь нафига. Ну давайте, ребята. Ну ни хрена себе. Я все веселье пропустил. Да. Ага. В другой раз чур я рулю, а ты бегаешь от Фрика. Ладно, брат. Давай вон там останови. Я понял. Так, ну все. Гони в лагерь и жди меня там. Ладно. Только бухай. Ты поосторожней. Ну я что, по-твоему? Хренов камикадзе, что ли? Отлично. Так, а где байк-то? Далеко я тормознулся на байке. Дик, ты на связи? Ну, типа того. Что такое, Рики? Грузовик пока не готов, надо еще кое-что доделать. А, как закончу, я с тобой свяжусь. Угу. Спасибо. Если что, я готов. Дик, ты хорошо все обдумал? Они придут за нами, если мы не ударим первыми. Ты прав. Ладно, конец связи. Ну, иди, твою мать, ты че... Пролетел и упал уже. Ты молодец просто. Так, ну. Надо прикупить потрошки. Так, заедем за с черного хода, скажем так. Так. Не утонем, не утонем. А можно как-то... Пацаны, а чё... Блин, я не хочу спереди заезжать, потому что начался квест, и я не заряжу патроны. А если я не заряжу патроны, мне будет обидно. Так, так. Бибип. Да-да-да, поехали. А то задавлю. Не специально, но сам лезешь под колеса. Здравствуйте. Так. А, ремонтируемся. Как дела? Заправляемся, как ремонтируемся. Дела? Пойдем потрошки. Если что, я здесь. Потрошки закуп. Нет, трофеи не буду сдавать. Все. Харе, о, третий уровень максимальный, поэтому нафиг. Нет. Даже не думайте об этом. Дикон, рада видеть. Да. Блэр, как поживаешь? О, хороший выбор. Ну да. Дофига, ага, денег. Ладно. Да фига, Дени. А, аптечку купим. Ладно. Отлично. Хорошо. Нету места, нету места. Ясно. Дик, береги себя. А, обязательно. Я не собираюсь пока, по крайней мере, подыхать пока что. Купишь что-нибудь? Тихо. Черт. Ты чё такой железный? Ты железный, Майк, переродился, что ли? Давай, поехали. Да.
Да, ты не чешись так. Божество, блин, прям это, знаете, щекотит. До самого не могу. Похоже, все готово. Ага. Рики все к рулю подвела. Угу. Доедем до главного входа, спрыгнем. И прощай, ополчение. Слушай, а ты точно не передумал? Ехать далековато будет с одной-то рукой. Говняк. Бухарь, мы оба знаем, что это может быть путь в один конец. Ага. Не придется обратно тащиться. Да, Дик, я в деле. А, да. Чуть не забыл. А, да. Только два байкера могли ввязаться в такую херню. Только мы. Ага. Ну вот, другое дело. Во, хорош. Ну чё, мы едем или как? Все, погнали. Так, нет, что финал короткий будет. Этот. Часть делается. Бля, еще минут на 30 точно должно быть. А Рики собралась таки. И это докторша тоже. Ты что, издеваешься? Как дела, Дик? Крутой же. Точнее, ветеринарша. Рики, Эдди, спасибо, но нам с Бухарем надо еще кое-что сделать. А тебе говорят. Твои слова запали многим людям в душу. Говорю же, один ты не справишься. Это безумие. Не за тебя стараются, а за него. За Железного Майка! Железный Майк! Железный Майк! Железный Майк! Ладно, слушайте, план простой. Мы с Бухарем едем к северным воротам и взрываем их нахер. А когда все побегут в сторону южных, вам надо просто следовать за Рики. Да? Все готовы? А вы двое готовы? Короче, я сообщу тебе, как проедем мост. До тех пор не выступайте. Ага. Ну все! Погнали! Ну нормально, нормально. За Железного Майка. В смысле прыгать? Слышь, Бухарь, сваливаем! У нас всего один шанс, братан! Какого хрена, Бухарь? Давай, у тебя жена. Ты дебил! Ты камикадзе в натуре, грёбаный, ты чё? Бухарь! Твою мать! Да ну не... Ты ж плавать не умеешь. Ну, бля, Бухарь, это жалко. Ну, совсем, ну, чё? Ты же всё же умеешь плавать, да? Пошли. Бухарь, почему ты не прыгнул? Ну да ну не говори, что он правда погиб, но это... Ты должен был прыгнуть. Бухарь. Как же так, Бухарь? Как же так? И
Я убью вас. Всех до последнего! Ну, сам сдохнет. Да. Сара, Сара! Надо найти Сару! Так, я сюда. Кто? Бронированный! О, черт! Ну давай, сучка! Ну давай, да. А, получай. Кто? Ты с дробовика не можешь так стрелять, дебил. Ты слишком далеко от меня. Я сейчас тебя постреляю. Ковчег. Мне нужно в ковчег. Ну, пошли. Да что ты? Еще и... Он взорвал ковчег? Подожди. Что? Завалено! Иди к верхней пещере! Пошел! Ну! Бегом наверх и ставь заряды! Да иди уже, мать твою! Ты понял? Иди! А, нам еще Шизика же надо завалить, да, точно. Шиза. Говнюк Шиза. Я иду, Шиза. А, значит, по-хорошему вы не хотите. Вершина. Я должен попасть на вершину. Огнемет. Это попадос. Надо как-то мимо пробраться. Да ты сдохнешь, нет. Ты задолбал, серьезно, ну чё ты? А, да, ты меня теперь не видишь, да? Ты чё такие броня вы? Алло. Что за херня? Типа, ну с этого РПД вообще нифига урона нет. Плюс у него еще такой разброс. Давай сюда, годится. Снайпер, наверное, там, на вышке. А, ну давай, стреляй. Надо его убрать, надо его убрать. Давай, опа, опа, опа. Вылезешь, нет? А, стреляй дальше. Да ты чё, дурачок, что ли? Мне надо их обойти. Кого? Сейчас гранатами закидать, равно не нужно. Убить его! Открыть огонь! Ага. Все, все мертвы. Уже почти. Давай, давай! О, вперед! Тихо. Лови. Даже. Ой, еще? Че? Засранец! Заряжаемся, идем дальше. Какие же они бронявые, а? Даже не думаю. Ну, куда ты так не прячешься? Все. Пакет, да? Я пошел дальше. Че это? Рикки, ты меня слышишь? Молодец. Дик! Дик! Рикки! Рикки! Задайте им шат. Добрался. Ух, ю. Держись, Сара. Снайперы, черт!
ну господи, попади ты хоть. Ты ляж, ты сядь, да сядь, присядь и все прочее. Не заряжай. Да хватит меня стрелять, чучело. Есть. Блин, зря снайпер куда не взял. Да, не люблю зря. Да я не кручу колесо, я нажимаю. Ты почему прокручиваешься? Хорошо. А, ты в шлеме? Ты мудила. Удачный выстрел. Давай скорее уже. Иди ты, тебе охота на воздух взлететь. Ты что, не слышишь? Быстрее! Вот, все готово. Отлично, сколько там? Хватит. Все, к полковнику, идем. Вы что, решили закрыться в вулкане? Вы дебилы, вы же потом не были. Капитан Саркози, разрешите доложить, мы... Сколько зарядов установили? Капитан, мы не успели заложить все. Я тебя спрашиваю, сколько? Три, сэр. Ладно, ладно. Я спущусь вниз, заберу луи радиостанатор. Охраняйте вход в пещеру, поняли? Чтоб никто сюда не прошел. Да, сэр, я понял, сэр. Никого не пускать. О, Библия полковника. И не вызывайте меня по этому каналу. Может, его прослушивают. Шиза. Ух, нифига тут за... Ах ты, скотина. Саркози. Надо их найти. Так, это я себя забираю. А, так, что мы наделываем? Нет, не фугас. Маячок нет. Ладно, вот это. У нас есть. Делай. Нифига, да? Так, ага, делай. А, я бы РПД заменил бы на что-то. На что я могу РПД заменить? Так, это я основной. Тоже основной. Ладно, пофиг, погнали. Вот заряд. Надо обезвредить. А. Есть. Так, черт. А где остальные? Я иду, Шиза. Жди меня. Зайди сбоку! Иду. Марш! Отходи! Давай, сдох. Прижмите его. О, ты чё, дружище? Спасибо. Так, второй заряд. Да, как я и говорил, сволочь. Длинная концовка. Так. Не люблю длинные концовки. Ну, вроде бы всё. Ещё один. Надо найти последний. Дурачок. Я уже рядом. Вот. Перезаряжай. Шлем снял. Голову потерял. Аккуратненько. Есть. Все. Сегодня ты ни хрена не взорвешь, Шиза. Не сегодня. Так, нам сюда, да? Где ты спрятался? Как вы достали, шлемоносцы и все прочее. Не надо же вас! Ага, стреляй. Меня там. Все равно не уйдешь. Ага. Так, а есть что кинуть вам? А, гранатка. У меня есть гранатка, я сказал. Пошли.
А, я думал, лагнуло, что завис. Ну, лейтенант, где этот сраный детонатор? Пошел ты, чтобы меня тут завалило! Уивер, ты сам знаешь, что у нас есть приказ, его надо выполнять. Говори, где! Уивер, где этот чертов шизер? Лучше пусти. Да в смысле? Ах ты ж, бля. А, так оно все загрузится. Уивер, где этот чертов детонатор? Шизер, лучше отпусти его. Да, скотина. Ну, а я думал, в смысле, это выборы и все прочее. А это нифига не выборы, это типа просто... Ну, давай, ну быстрее, ну иди твою мать, ну ты чё? Уивер, уходи отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот, уходи! Ну чё ты подпрыгнул? Какой же ты упертый сукин сын, Санчо! Давай! Я слышал, что ты сделал! Считай, как сможешь меня ранить! Всех тех упокоителей! О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс! Ты оказал миру услугу, но Майк бы с тобой не согласился, верно? Просто чтоб ты знал, я не хотел его убивать, правда. Я правда не хотел, Дик. Пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую! Да спану надо просто! Аж сюда приехал со мной. Ты вернулся за ней? Да? Так ведь? Да, дай мне оружие. Ты же вернулся за своей девчонкой. Но у меня для тебя плохая новость. Когда Коури тебя освободил, полковнику это очень не понравилось. Очень. Ты сказал ее как яйцо. Как яйцо, мать его! Ты вылазить там будешь, нет? Если не будешь вылазить, вперёд, я тебя вот так сделаю. Вот всё. Шиза! Мы... Всё! Хватит бегать! Ну ты где? Ох, как больно. Ах, козёл! Я ж тебя голыми руками утомлю! Ты понял? Так, управление. Нет, нет! А, вот так даже, нифига себе. А, ну, наверное, кнопки надо будет нажимать. Нет, да? Ага, кнопки. Да какой Эва, почему палатник фаркает? Чё, кнопку другую нельзя было что ли дать? Не, почему и фонарик моргал? Раньше я бы, пожалуй, вытащил бы тебя водище. Ну, типа фриком на корм. Но не, ты не бойся. Я так не сделаю. Знаешь почему? Они, конечно, тебя разорвут. Но как-то без удовольствия. Еще одного поросенка, блин. Не как барана. Мудила, блин. Столько людей полегло из-за тебя. Хороших людей. Всем молчать! Я давно это. Я знаю, что там происходит. Там, за стенами ковчега. Но это все там. Внутри мы в безопасности. Здесь нам ничто не грозит. Вы слышите? Это убежище нам уготовил Господь. Это святая земля. Здесь мы в полной безопасности. Здесь мы в полной безопасности. В безопасности ты, но не другие люди. Я не знаю, когда и почему, но я видел нечто. Может, месяц назад.
ощутил нечто, чего не ощущал уже давно. И я знаю, что многие из вас разделили это чувство. Я думаю, что мы... Дикон? Будь добр, пистолет. Не бросай, ну... Сядь. Вот если бы вы все рассказали бы, блин, ничего бы этого не было. Ну, в смысле, вот этой войны именно. Все кончено, ополчения больше нет. Не желаешь ли чаю? Очень вкусный. Сара, налей нашему гостю чашечку. Ковчег был последней надеждой. Ты, конечно, понимаешь. Это тот самый чай. После очищения мира один лишь ковчег мог позволить нам все восстановить. Он хранит все, что для нас важно. Разве что так и не нашли, кто бы играл на пианино. Ну, теперь не важно. Когда все кончится, некому будет слушать музыку. Ты все разрушил. Не я, а ты. Все, ради чего мы трудились. Нет, полковник, не я. Это вы начали святую войну. И если выбирать между вами и фриками, я бы выбрал фриков. Эти хоть убивают просто ради жратвы, а не как вы, безоружных женщин. Нет! Ты же спра... Так, кнопки. Ни хрена ты... А, все. Отлично. Ну, хоть и нам не придется убивать его. Вот так. Пойдем. Ну, теперь-то все, я надеюсь. Ну да, вот она. Разруха. Че еще? Ну, че еще тут может быть? Такую базу хорошую разрушили. Помогите! У меня кровь! Помогите! А где Бухарь? Погиб. Да, хорошо. Эй, а вы можете там навес поставить? Эй! Эй, вон там вход в пещеру. Там припасы, медикаменты. Бери людей, иди. Ты и ты со мной. Рики! Эдди! Я помогу. Я врач. Все кончено. Те, кто не был убит или задет взрывом, попросту сдались. Где Бухарь? Быстрее! Рики, мне нужна помощь! Северные ворота! Южные ворота! Бегом! Рики! Я не вижу! Нога! Иду! Помогите мне! Прошу вас! Я ранен! Помогите, прошу! Меня кто-нибудь слышит? Чем тебе тут помочь? Эй! Он живой! Ты меня оставил? Бухарь. Извини, опоздал. Нет. Я спрыгнул. Какого хрена? Прямо на краю же... моста. Я видел машину! Не-не-не, взрывная волна. Даже под водой дряхнула. О, покатался. Ну ладно, хоть один живой. Что? Ты что, решил, что я подорвался? Кто бы тогда тебя доставал? Ну, я. Привет! Привет. Сестрёнка. Это долго рассказывать. Ну? Слыхал, тебя кое-кто ищет. Что? Все уши мне прожужжал. Ты его не слушай. Это была вообще его идея. Рики, Эдди, кто из вас меня отсюда везет?
Ну, хоть хороший финал. Мы тебе обязаны. Фух. Говорят, ты собираешься тут все восстанавливать? У полковника были хорошие идеи, если откинуть весь бред. От кого-то я это уже слышал. От кого? Коури? Знаешь что, пошел он. Эй. Бросил нас подыхать. Если б не он, мы бы сдохли. Как скажешь. Короче, попробуем еще разок без армейской херны. Эй, ты мою речь пропустишь. Ну и ладно, рыдать не стану. Брат, победили! Ну, ты чатик победил. Слушай, честно говоря, я ведь реально подумал, что ты решил сам подорваться. Ты чё, у меня ещё здесь дела? Задаем жару. Задам. Джек бы гордился. Ты победил. Мы победили. Иди сюда. Ну? Говорила я, полезно зажечь свечку. Это не хреновая вышла свечка. Ага. Да. Я с нетерпением жду твою речь. Хватит, ну какая там еще речь? Мэм. Черт. Хватит с меня. А что такое? Почему все притихли? Ну, тебя ждут. О, твой уж. Черт, твою же. Я знаю, что у нас очень много дел. Так что, а так. Я не лидер. Уж как хотите, это так. Но сегодня вы сделали такое, то есть мы сделали. Сражались плечом к плечу. И не по приказу каких-то ублюдков. А потому что так было нужно. И что вышло? Победа! Вы боретесь за жизнь, за спасение других людей, чтобы все были живы и сыты. И вы жертвуете всем, что у вас есть, и даже собой, чтобы мир стал лучше. И вот поэтому мы здесь. Поэтому мы живы. Ведь без надежды на лучшую жизнь и на лучшее будущее нет и борьбы. Вот Железный Майк считал, что мы сами можем менять мир своими руками. А? Что мы сделали? А? Что мы будем делать? Видите? Это только первый шаг. Что с эффектами? А, говорил, будет не речь. Да, облажался. А, ну, как получилось? Ты знаешь, неплохо. Для вольного байкера. Вольного байкера, значит, а? Ну, покатаемся, красотка. Я даже не знаю, смотря где. Да где сами захотим. Ну, в целом, прекрасная игра. А, о, даже так. Типа, не надоедливая, не что-то прям сильно навязчивое. Есть, типа, постоянное лутание, убивание,
вот эти хорты и все прочее, это не надо было. Поэтому можно сделать после игры. Ну, когда ты сюжет заканчиваешь, типа, ну, просто орды замочить, ну, эти толпы, от них побегать и такое. А куда они поехали-то? Так, сзади едет, по-моему, Рики, да? В смысле, а чё, это не мой байк, алё? Какого хрена? Это не мой байк, верните мой байк, верните мой зеленый байк. Апгрейженный до самого этого, не хочу. Куда они вообще поехали? А чё... Чё за этот, как его, след такой оставался? Чё за фигня? Как будто он там на этом, на нитро ускоряется. Такой эффект размытия какого-то. Нет, там не Рики ехала, там какой-то мужик. Музончик хороший. А, вот они едут вдвоем. Ну, там поодиночке. А, и Бухарь еще сзади. А, он спиной сидит. Серьезно. Ну, они приедут, да? Куда-то. Или это просто так будет? Типа они будут ехать, будут эти титры идти, будет музычка. Пропустить же могу? Пропуск невозможен, что? А, ну и в принципе все, да? Угу, еще не все. А, пропуск невозможен, гениально. Типа, а зачем? Ну, тогда пропуск невозможен, тогда, типа, ускорить титры... Ну или они просто катаются, что они делают? Или они целенаправленно куда-то едут? Они вернулись, я так понимаю, в северный регион, да? Какие-то два типа левых вообще едут с нами. Три типа левых едут с нами. Что они хотят? А, он на коляске! А, ну в лагерь Железного Майка они приехали. В Lost Lake. На коляске? Серьезно? Мне бы было страшно. А, вот ускорение теперь есть. Так, ну ладно, это можно закрыть. Ага. Дела минувшие. Для вольного байкера. Так, ну это понятно. Несколько стопроцентных. О, это его снайперку дали. Ага. Мэр. Ага. Так, ну это... Игра... Пройдено. Поздравляем, мы прошли сюжетную кампанию. Дикон разгромил ополчение и нашел Сару. Но это далеко не конец. На разбитой дороге осталось еще много всего интересного. Прокачайте байк по полной программе. Уже сделано. Осмотрите оставшиеся блокпосты НР. Это не особо охота. Завершите все сюжетные линии. Да, тоже не особо. Соберите полный комплект коллекционных предметов. Команда разработчиков «Жизнь после». Спасибо за игру. Спасибо за достаточно достойную игру, я бы сказал. Ну, давайте навык качаем. Да, целых 20. Здесь я полностью прокачал, да. Давайте рукопашный тогда. Так, ага. Вот так вот, да.
Давай. Это ты забрал. Сюжет. Что, а что у нас осталось вообще? Найти кольца в ковчеге. Ну, это неинтересно, например. Трофейная охота. Ну, тоже такое себе гнезда. Ну, вот орды, типа, все замочить. Нихера их. Блокпосты. Че, один остался? Серьезно? Да ну, не верю. Не мог он один остаться. Типа, куча орд просто осталось. Кольца. Давайте, может, кольца. Типа, ну, просто посмотрим. Где они? Так. Быстрый переход. Ну, время... Ну, чуть-чуть времени еще есть. Я просто, ну... Да нет, его не было, этого квеста. Типа, как он мог быть, если его не было? Так, это мы, получается... А, ну вот он, взорванный, все, да-да-да. Тут подремонтили немножко. Ну, поехали. Все это... Гениально! Они, наверное, думали, что люди больше в игру... Ну, точнее, сюда не вернутся и в игру вообще не зайдут, да? Круто. Где-то наверху кольца остались, серьезно? А он был квест этот или нет? Потому что если его не было, то и ладно, если он, ну, именно сейчас появился. Ну, скорее всего, да, он появился сейчас после конца, потому что теперь-то мы вольны делать то, что мы хотим. Мы свободны. И спокойно можем сюда заехать. А, ну я же тут был. Почему сразу не забрал? А, ну, значит... Значит, не мог я сразу забрать. Нашел, да? Вот они. А, ну это который я отдал, когда приехал есть сюда. Че еще? Ну, свадебное кольцо, да? Да, любимая. Так, ага. Никогда не сдаюсь. Так, ну давайте еще смотреть, что у нас есть. Так. А, нет. Ну и все, да, получается. Ну, хотя там еще не все прохождение. Так, это на мародеров. Ага. Сурок какое-то оружие. Че еще? Деталь. Ага, наклейки. Истребитель Орд. Ага, ага. Понятно. Зараженных тыры-пыры. Ты-ты-ты-ты-ты-пы-пы. Деталь. Ага. Шериф. Оружие. А че? А че не сделал? Ага. Так, ну здесь все. Ага. Так, персонажи. 51%. Это что у нас? А. Хорошо. Это деваха Бухаря. Вот где все можно было посмотреть, оказывается. Так, ну это записки Неро, это все интересно, это все такое себе, это тоже ботаника. Неизвестно, что, ну ладно. Так, это понятно, это туда же так. Ну типа давайте... Ну давайте заканчивать, короче, наверное, да.
вот так вот на байке куда-нибудь сейчас заедем покрасивше, да? А тут нету красивых мест, тут ужасный технологический прогресс и все прочее. Куда-то встать бы, чтобы было прям красиво, а нет. А, или вот сюда можно заехать. Типа как-нибудь вот так вот на горы. И посматривать. И игра пройдена. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока.